Три раза полностью отечественные. Припрыги росатомовские, пластик весь тоже свой. Моторы самостоятельно делаем. И максимально для МТО автоматизируем применение. Для того, чтобы боец все меньше и меньше принимал участие. Ударный аппарат крайне эффективно себя зарекомендовал в минировании, особенно ночное минирование. 30 аппаратов в месяц уверенно производим. В зависимости... Уже производите или будете производить? Да, уже производим. А вот подавить его очень тяжело. То есть у него за счет того, что плавающий диапазон. Универсальные есть сбросы под разный боеприпас, чтобы военнослужащий мог применить любой боеприпас, который он получил. Мы сейчас будем делать центр научно-производственный. Одновременно КБ по всем беспилотникам и робототехнике. Их надо собирать. Ребята появились, слава богу, мы сейчас собирать, комплектовать, они развиваются, хорошо финансировать через закупки, через мы не останавливаясь. Создавать у них лаборатории, потом это все объединится и будет большое объединение. Сколько можете делать? До 500, можно и больше. Погоду? Нет, месяц. Месяц? Сейчас то, что такие на пробу заказы все. Один огонь. Через Грава заказали это полуавтомат, автомат. Да? Автомат. Да? Да. То есть максимально уже приблизили к тому, чтобы борьба с передором была эффективной. Да. Стволы делаем вот это, если на поставку воздушного наблюдения, да, то короткие стволы, покороче даже заказали, такие стволы, второй ствол штурмовой группы за спиной. Как появляется, так и начинается. Хорошо. В течение месяца мы наших 4 или 6 полигонов будем обучать наших уже инструкторов. В течение месяца они обучат, и все инструкторы наши будут уже в войсках работать. Ну, это уже... А мы включаем штурмовые отряды в расчет? Конечно. Включаем. Так, штурмовые.